Уважаемый Марат Самвелович, дорогие друзья, мы признательны вам за принятие нашего приглашения приехать в Москву для организации очередной трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, Азербайджана и Российской Федерации. И перед этой встречей мы имеем хорошую возможность провести двусторонний контакт, обменяться мнениями и по российско-армянским отношениям, и по различным региональным проблемам. Мы, безусловно, как и в последние дни, уделяем особое внимание ситуации в Лачине и в целом в Карабахе, и очень хотим содействовать урегулированию острых гуманитарных проблем, которые там возникли. Для этого есть все возможности у российского миротворческого контингента, но без сотрудничества сторон это сделать непросто. Ну и, конечно, мы готовы продвигать реализацию всего комплекса трехсторонних договоренностей между президентами России и Азербайджана и премьер-министром Республики Армения, которые за последние годы были достигнуты, начиная с ноября 2020-го. Считаем важным двигаться вперед по всем трекам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, включая и разблокирование транспортных и экономических коммуникаций, и вопросы делимитации, и, конечно же, налаживание диалога между общественными структурами, между экспертами, готовы всячески этому содействовать. Особый акцент рассчитываем сделать на поиске развязок по проекту мирного договора между Баку и Ереваном. У нас есть ряд соображений, которые, надеюсь, будут не бесполезны. Ну и, как я уже сказал, двусторонняя повестка дня, ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз. У нас, упомяну в заключение, много интересных совместных проектов и в экономической, и в культурной сферах. Продолжается прирост товарооборота, ежегодно стали проводиться Дни российской культуры в Армении, в июне эти мероприятия в очередной раз стартовали. Это, я считаю, важный вклад в совместную работу по укреплению нашего союзничества, укреплению единого гуманитарного, языкового пространства и в целом в обеспечении интересов наших граждан. Еще раз очень рад вас видеть, добро пожаловать.